Здравствуйте, всех приветствую на своем канале. Сегодня будет прохождение Мафии. Ну, четвертая часть прохождения игры Мафия. Вот этого мода, который сделан к 10-летию игры. Сегодня у нас уровень отель Карлоне. Вот. Так что поехали. Хочешь повеселиться, мой сладкий? Конечно. День добрый. Скажите, пожалуйста, где мне найти менеджера? Он обедает в ресторане отеля, сэр. Идите вот в эту дверь. Вам нужен мужчина в белом костюме. Большое спасибо. Кстати, я ищу девушку. Вот фотография, она работает здесь. Не подскажете, как ее найти? А вы кто? Коп или детектив? Нет, такой у нас нет. Если хотите развлечься, выберите одну из наших девочек. Но я точно не коп. Мне просто нужно с ней поговорить. Говорю же, здесь ее не было. Будьте так добры, уйдите, мы не хотим неприятностей. Следи за своим языком, старикан. Я к такому не привык. Я тоже. Мой обрез говорит из-под конторки, что ты ведешь себя непростительно нагло. Так что я советую мирно удалиться. Я тебя запомню. Погнали, но этот чувак, он сидит. Пожалуйста, пожалейте меня.
Так, сейчас быстренько найдем проститутку. Но этот дурачок ее отпустит, конечно. Так вот, только на каком он этаже? У меня дети! Проститутка. Ради бога! Наверное, не надо! Так, не делайте этого! Ради бога, не делайте. Проститутка, нет. Здесь. Не катит. Второй этаж. Проверяю. У меня семья! Да заткнись, блядь! Уродина! Нашел? Нет! Черт его! Заткнись! Может, она на самом высоком этаже? Я честно не помню. Неужели первый? Неужели первый? Нет, неужели проститутка меня на первом? Нет! А? Пожалейте, у меня семья. Что-то мне до всегда думал, что она на третьей. Пожалейте меня! Раз я думал, что она на третьем, значит мы идем и обыскиваем все комнаты на третьем. Пожалейте, у меня семья! Нет, нет, третий нет, второй. А, это второй.
Вот, а я думал всегда, что она на третьем этаже. Я думаю, мы плохо обыскали комнаты. Поехали. Все комнаты на третьем обыскали. Пожалейте, у меня семья. Жалеть никого не будем. Ты сказал третий этаж. Проститутка на третьем. Вот он сейчас найдет эту проститутку. Я считаю, надо было ее валить. Ну, это создатель игры «Видение». А? Что? Мишель. Том? Что? Мишель? Что ты делаешь? Что происходит? Что ты собираешься делать? Чего ты хочешь от меня? Прости, Мишель, но я слышал, что из-за твоей болтливости пришили до черта народу. И кое-кто попал на деньги. Ты угроза для нас. Это неправда. Это не может быть правдой. Том, подожди. Я не знала, что я кому-то навредила. Я хотела помочь своему брату. Такое могло случиться только со мной. Я не хотела убить его. Не могу я просто так убить женщину. Молодую, наивную дуру, которая хотела спасти своего брата. Скорее всего, полного ублюдка. С другой стороны, разве за это стоит убивать? Одевайся и вали отсюда. Спасибо. Тут все очень скоро взлетит на воздух. Чтоб я тебя в этом городе больше не видел. Чтоб тебя вообще никто здесь не видел. Спасибо тебе большое-большое. В этом городе ты мертва. Проваливай и не ногой сюда больше. Поняла? Я обещаю, что больше ты обо мне не услышишь. Вот, все, разобрались с проституткой. Сейчас вылетаем с крыши. На сегодня прохождение такое у нас, да. Не знаю, следующий уровень. Не трогайте меня, пожалуйста. Нет. Ну, тоже не хочется, я знаю, за один день пройти. Это интересно. Поставим бомбу. Отель рванет. 43 хп. Пройти крышу. Возможно. Почему нет? Я и с меньшими хп проходил. Сейчас такой прыжок, как в сказке. Прям боевик. Прям баба. Просто обычная работа. Вот.
кстати, по-моему, Млад он самый такой убойный пистолет в этой игре. Ну и в Мафии 2 тоже. Вот это. По-моему, так. Давайте попробуем. Нет! Сука, сука. Скажу честно, забыл. Ты не уйдешь от меня. Боже! Конечно. Потом запишу видео вообще, я думаю, что можно их не убивать, а по хардкору просто бежать вперед, да, и так пройти эту миссию. Но это, наверное, как бы я так думаю, точно скажу, не знаю.
нужна. Блядь, надо управление прыжками, блядь, сука, поменять. Чуть неудобно немножко проходить кнопочки. Слушай, ну а по-другому тут никак. Я думаю, нет. Надо бежать, чем там нельзя, хорошо, да. Так, окей. Хочу бежать, да, и там все матчи. Опять же, вот, наверное, придешь. Их тут мочишь, у нас все 39 жизней. Но. Я думаю, что... Проблема. Покажитесь! Я тебя убью! Больше ты этого не сделаешь! Умри же, мать твою! Умри, ублюдок! Сюда, сюда! Я его потерял! Умри! Похоже на Рэм. Куда он делся? Ты у меня света белого не видишь. Да сучка ты. Умри же, мать! И куда он делся? Умри же, мать твою! Умри же, мать твою! Умри же, дерьмо! Скорую! Скорую! Две.
Тогда в деле люди Сальери уже скорая не поможет. Вот сейчас завалят меня. Нет, я даже не знаю. Это очень-очень-очень печально, потому что если завалят... Интересно, у него маленькая проблема или я его завалил? Пойдемте проверим. Ален де Леон отдыхает. Вот. Леся прет, самое главное. Быть мафиози, это еще надо быть трюкачом в 30-х. Какой? Где-то 35-й, наверное. Опять вот непонятно, как лестница тогда у них падает, от чего? И был взят у нас так неожиданно,
Господь ждет паству свою с распростертыми объятиями. И таких, как Билли, ожидает Царствие Небесное. Билли был хорошим сыном, братом и другом. Таким мы все и будем его помнить. И молиться о его спасении. Ведь он сделал так много добра. А теперь друг Билли, который был с ним в последние мгновения его короткого земного пути, хотел бы сказать несколько слов. Подойди, сын мой. Благодарю вас, отец. Вы знаете, я хотел отдать сегодня дань уважения Биллу и сказать, что он был мне как родной брат, и что его смерть для меня была огромной потерей. Что? Я то присутствовал есть? При его как? Смерти и... Это он! Это он, ублюдок, он, который убил Билли! Взять его! Святой отец, пригнитесь!
и был взят у нас так. Вот он! Не надо! Не надо! У меня жена и ребенок! Снимайтесь, не убивайте! Не убивайте меня! Тогда спускайся на землю и покажи, на что ты способен! Пожалуйста, пожалейте меня! Не надо! Умри же, мать! Ублюдок! Пожалуйста, надо. Я хочу жить! Нет, прошу вас, пощадите меня! Так вот так где! Смилуйтесь, не убивайте! Умри же, мать! Так вот так где! Я убью тебя, ублюдок! Так вот так где! Не убивайте умри меня! Умри же, мать твою! Умри же, дерьмо! Так вот-то где? Нет, пожалуйста, сука! Урод, а? Как вот он меня так достал? Ну я же знал, что... Чё сейчас пройдём? Что один какой-нибудь урод там засел. И был взят он. Отпустите меня!
прошу вас, пощадите меня! Нет, пожалуйста, пожалейте меня! Нет, не убивайте меня! Не убивайте меня! Нет, пожалуйста, пожалейте меня! У меня жена и дети. Отпустите! Нет, прошу вас! У меня жена и дети. Отпустите! Не убивайте меня! Смилуйтесь, не убивайте! Посмотрим, что ты можешь без пушки. Умри же, мать! Не убивайте меня! Умри же, дерьмо! Не надо! Не надо! Я жена и ребенок! Прошу вас, пощадите меня! Нет! Пощадите, не убивайте меня! Я убью тебя, ублюдок! Ожидай, дети. Нет, отпустите. Прошу вас, пощадите меня! Не надо! У меня жена и ребенок! Нет! Пощадите, не убивайте меня! Ублюдок! Умри же! Нет! Пощадите, не убивайте меня! Смейтесь, нет, не прошу вас, пощадите меня! Умри же, дерьмо! Умри же, дерьмо! Умри же, смотрите, он здесь! Он здесь! Нет, пожалуйста, не пожалейте меня! У меня жена и ребенок! Умри же, дерьмо! Умри же, нет, дерьмо! Нет, прошу вас, пощадите меня! Я убью тебя, ублюдок! У меня жена и дети! Умри же, дерьмо! Отпустите! Так вот ты где! Нет! Пощадите, нет, прошу вас, пощадите меня! У меня жена и дети! Так вот я где! Я убью тебя, ублюдок! Так вот ты где! Не надо! Не убивайте меня! Ты у меня света белого не видишь! Быстрее! Сюда! Чувак! Ближе! Ну все, миссия проведена. Сейчас еще одна миссия. О, это всего лишь я. Сын мой, не стреляй, я без оружия. Что вы наделали, сын мой? Столько страданий, и за что? Бог прощает грехи, но это же ужасно. Убийство – тягчайший грех. Я знаю, отец. Но почему-то все пошло наперекосяк. Где-то я ошибся. Столько людей умерли без причин. Они могли бы столько всего совершить. Отец, эти люди были бандиты, убийцы, жулики. Тот, который лежит перед нами, хотел изнасиловать мою девушку. Может, Бог так и задумал. Многие люди вздохнут свободнее, узнав об этом. Да, неисповедимы пути Господни. Но как же ты? Сможешь ли ты смотреть в зеркало? Твои руки запятнаны кровью, которую не отмыть. Я знаю это, отец. Оглянись вокруг. Какой разгром. Придется заново освещать церковь. Все разрушено. Я не смогу впустить сюда прихожан. Что же мне делать? Может быть, это поможет? Молитесь за меня, святой отец. Мне это понадобится. Буду, сын мой. Конечно же, буду. Кстати, отец, ваша маленькая речь о Билли. Не знаю, есть ли у вас совесть. Билли не был таким уж хорошим человеком, да и добра он в жизни не делал.
Вообще, вот это самое простое. Проходится быстро. То есть раз, переводчик побежал, и ждешь, пока роды спадают, и все. Для меня это была несложная миссия. Там многие на катафалк садятся, у церкви там видимо стоит. Ну, а зачем, когда в переулке спрятался, и все, и потом в тачку и к Салье. Сейчас мы, кстати, так и сделаем. Сейчас полоса до конца спадает. Мы в бричку и к Сальере. Это четвертое, а потом будет пятое. Но я так до конца про это выберу. Пускай мы будем по серии. Кстати, если вы хотите, чтобы я быстрее прошел, то пишите, потому что как-то я наоборот хочу растянуть удовольствие. Все-таки она окунает эта игрушка немножко в атмосферу 30-х, согласитесь. Хорошая игра, тем более на то время Гуенска вот такой графон. Такие полюсовки были в 2002 году она вышла. Это было бы... А, GTA 3 был 1000, но это вообще в игре бы цели. Не надо! Блядь, ты блин. Ты страшно. Погнали! Шеф! О-о! Тачка. Сейчас мы тогда доедем до Сальери и на этом четвертую серию закончим. Тогда быстренько заберем пятый. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Хотите увидеть, чтобы я все делал? Так и пишите. Не стесняйтесь. Осторожно! Понимаете? Да, отстанут они от меня или нет, просто какие пристанут. Их остановит только бетонная плита, бомба это дальше. Самое отчаянное, ребят, в розыске. Это не беда. Вот когда с пушкой розыск, вот это беда. Это розыск, это хуйня. Вот сейчас беда. Но я решил это подать антураж. Ох, прям Чикаго 30-е. Чикаго 30-е. Опа-па! Опа-па! Паркуемся.
хочу завалить его. Ну кто еще такой смелый? Тот же. Смелые, смотрю, все. Хотя, в принципе, сейчас посмотрим, что у нас за уровень. Четвертый место стоит. Большой или нет? Интермеца 2. Так, ну, давайте у меня пока перекур. Наверное. Так что, если... Что, чуть задержусь? Ты что, шутишь? Каким же чудом ты выжил? Пройдем. Четвертую часть. Тогда и начались плохие времена. Папаша Билли, советник, был от нас не в восторге. К тому же он был повязан с Морелло. Без помощи мафии он не смог бы получить свое место. Он еще и полицию к этому делу привлек. Так что теперь против нас были и бандиты, и копы. Да ладно. Эй, обе стороны только выигрывали. Полиция изображала из себя борцов с преступностью и имела кусок хлеба с маслом от Морелло, которого оставила в покое. А Морелло с помощью полиции собирался расправиться с главным соперником. Идеальная ситуация. А наши дела были плохи. Сальери многое потерял. Да и я был не в лучшей форме после всех этих убийств. Начинало казаться, что все бессмысленно. Что надо спешить насладиться всем, что может предложить жизнь, ведь она висит на волоске. Именно поэтому мы с Поли начали пить. Но ты вроде бы не совсем спился. Моей жизнью стали убийства, преступления и спиртное. Если бы Фрэнк не помог мне, я бы кончил совсем плохо. Странно. Но однажды он нашел меня и захотел помочь. Не подвезешь меня до дома, Тами? Конечно, Фрэнк, садись. Но как жизнь, Тами? Да, в общем, в порядке, только... Только... Ерунда. Слышал, вы с Полей ушли в загул? В городе уже начали о вас поговаривать. Надо же что-то делать с деньгами. Если не хочешь оказаться на помойке, там... Найди что-нибудь, ради чего стоит жить. Что? Хочешь поучить меня, в чем смысл жизни? Я видал хороших парней, которые не справлялись с подобными проблемами. Все они кончили очень плохо. Обычно тебя или убивают из-за денег, или ты допиваешься до зеленых чертей, и все твои дружки и милые подружки разбегаются. Дело твое. Он не любит алкашей с дрожащими руками. От таких людей одни неприятности. Если не побережешься, то однажды твой лучший друг убьет тебя, не моргнув глазом. Так что же мне делать? Давай, приходи в себя. Можешь вложить деньги в какое-нибудь дело. Я мог бы дать тебе толковый совет. Бросай свои гулянки. Ходи с Доном на гонки по воскресеньям. Попробуй сводить свою даму в театр, ну хоть в кино. Да мало ли чего можно придумать. А кого водить-то, Фрэнк? Приличная девушка не пойдет с убийцей. Знаешь ли, полицейский убивает, охраняя закон. Ты проводишь в жизнь наши законы. Это одно и то же, мы просто по разные стороны забора. Ты не убийца, Том. Да и вообще, твоей жене нечего соваться в твои дела. Помни,
никогда не приноси работу домой, от этого одни проблемы. И где я найду себе женщину, Фрэнк? Я думал, у тебя было что-то с дочкой Луиджи, Сарой. По-моему, она чудесная девушка. Только тебе решать, насколько далеко у вас все зайдет. Я не хочу подвергать опасности такую девушку, как Сара, Фрэнк. Однажды Фрэнк попросил меня заглянуть в бар. Он сказал, для меня есть небольшая работенка. Том, у нас на подходе два грузовика с первосортной выпивкой из Канады. Сэм отправился за ними на место встречи. Это на одной старой ферме за городом, и нам нужно доставить грузы в город. Я посылаю два грузовика, на одном из них поле. Хочу, чтобы ты отправился с ними и проследил там за всем. Просто для верности, чтобы все прошло гладко. Возьми у Ральфи машину, с Полей встретишься на нашем складе. Приедешь туда, и Поле выдаст тебе оружие. Окей, Фрэнк.